Всем привет, с вами Братуха, это Игрово Роботс. Нас при входе в игру уведомляют, что один день 9 часов остался до окончания слета ДСК. Можно нажать подробнее или пойти в особую поставку и успеть слить те жетоны, которые мы еще не слили. Единственные жетоны, единственное, что мы вот выиграли в этом ивенте, это огромное количество инцинераторов. Это, ребят, прям мам не горюй. Огромное количество инцинераторов. Один скади, а мне нужно два скади. И по деталям его собрать, к сожалению, нельзя. Вчера мы профигачили, это скидочки у нас. Вчера мы открыли еще особую поставку, особый приз получили. Вот, донат вчера прошел. На 500 рублей мы взяли жетонов. Ну, мы, то есть я там взял жетонов. И мы с вами открыли, выиграли инцинераторы. Повесили на вот этого парня, нет второго скади, к сожалению, шериф Магнитар, вот, и протестили вчера на доке, 70 тысяч урона наносят два инцинератора на стоковом уровне первого левела, и это, ребята, блин, когда я нажимаю кнопку и отпускаю, почему-то срабатывает, странно, и что у нас получается, буду их потихоньку качать, потом будем проверять урон. Урон у этих пушек и 70 тысяч урона, это, в принципе, неплохо, плюс еще по любому роботу. Но даже щит, у которого есть физический. А сейчас тема сегодняшнего видеоролика – съемка режима против всех. Мне сказали, Минос там тащит, сходи, братуха, проверь, пойдем проверять. Начинаем бой, режим против всех. Минос в режиме против всех. Будем сейчас проверять. Воды нет, к сожалению, жены тоже нет, чтобы воды холодненькой набрать, попить, рот за... Сейчас... будет сухо во рту. Аня! Аня! Она слышит, но делает вид, что не слышит. Это подло с ее стороны. Мама твоя. В общем, город. Я сомневаюсь, что здесь будет жить Минос, ибо взлетит какой-то другой титан, и мне край. Это у нас на дробовиках парень. На главное Минуса зарядить, но он будет по любасу заведенный, заряженный. Вопрос... смогу ли я это сделать? Вот сейчас я чувствую, что мне приходит нежный бздец. О, парни одного завалили. Ох, еще одного завалили. Вот этот уже имеет два фрага. Как вы думаете, на чем он? Да, он на акустической пушке. А мне говорят, Минос тащит. Нет, ребята, тащит акустика. Стопудово. Ну, что я могу со своими пушечками ему сделать? Он пришел, троих убил. ХП вообще не потерял. Гениально вообще. Ну, просто пока я буду... Минос заряжать, ребята. Он всех убьет. Он всех убьет, меня в том числе. Опять я не никого не убил. Ноль урона, ноль дамага. Ноль киллов. Ноль лимонада. Да ужас какой. Режим против всех, но эта карта такая. Не будем, конечно же, жаловаться. Просто вот сейчас чувствую, кто-то придет и фраг мой съест. Да, в общем, акустика, Шел на акустике рулит, он вообще убивает всех. Просто всех. Я думаю, минусом ему тоже придет бздец. Вот, смотрите, еще одного забрал. Бегает, забирает людей прям направо и налево. Уже какой по счету? А ХП он так и не потерял. Подставляет свои щиты. Это просто пиздец. Шел, минус, он даже еще не заряжен, просто не заряжен. Это, ребята, это труба. На самом деле ничего интересного в этом нет. О, водичка подоспела. Ничего, ребята, веселого в этом нет. Бей этого Шелла сколько хочешь. Нифига ты не добьешься. Обалдеть, только просто линять от него. А он догонит. Он же догонит, куда он денется? Пытается убить парня, наверное. Ну, я так думаю, все... О, да, убил парня, без проблем. Я думаю, все так, ребята, сейчас думают по поводу Шелла. Вот козел. Вот первый щит у него лопнул. Второй щит у него лопнул. Наконец-то. Так он же его потом еще раз возьмет. А, вроде бы нельзя брать еще раз. Еще один фраг съел. Без проблем. Сейчас меня съест. Этот видеоролик, скорее всего, посвящен Шеллу на акустике. В режиме против всех. Абсолютно, ребята, все и всех. Да тут бесполезно просто драться с ним. Бесполезно. Понимаете, есть роботы, которого можно коцать, можно... наносить урон. Но есть вот такие вот шеллы, которые всех ломают, не ломаясь сами. Это, я не знаю, это ужас какой-то. Он убил всех. Он, я не знаю, фрагов 10 уже как минимум за 4 минуты он набрал. Ну, вообще гениально. Еще один парень.
под Shift одел зачем-то рано. Ну, тут видно, что неопытный птенец. Даже лечилку тратить не будем. Неправильно сыграл пацан. Шелла завалили. Нет, Шелла не завалили. Он завалил Титана, скорее всего, ребята. Вот, посмотрите, он Титана завалил. Ай, стопудово завалил Титана. К бабке не ходи, серьезно говорю. Надо перезарядку сделать. Там был минус, я видел, что минус бежал. Вот чуть-чуть я его проклял, и все. Даже страшно, ребята, подумать, что будет в конце боя. У меня один фраг. Он, в принципе, всех забирает, и у нас по одному два фрага будет, а у него все остальное. Блять, это ну это просто... Мы не успеваем убивать друг друга. Гениально, молодцы разработчики, это прямой... Да, и он еще к тому же, блин, лечится бешено просто. Ну, весь забустованный, видно, что весь забустанный. 65 тысяч. Он может меня сейчас пинать своими пинками. Видите, он пнул и все. То есть, это пипец. А ему весело. А ему весело. Ну, наконец-то убили этого козла. В принципе. На чем он? Тоже на дробашах? Печально. Идет убивать, смотрите, Титана. Вот еще одного Титана, хряб. Тоже на дробовиках, скорее всего. Но здесь у меня хоть фу. Он включил свою способность. И, в принципе, он об этом пожалеет. Блять, ну я просто лох вообще. Убил одного, успел. Надо убегать, он же тоже будет бегать. 6 секунд прожить! Я весь в сиденье! Есть! Блин, я успел его убить! Да, он Шелла может взять легко сейчас опять. Ух! 4 убитых, у меня второе место. Не попадаю, протопи. Должен был застанить, а похеру. Эффект вообще не накладывается. Убили. Титана взять больше нельзя. Это был Титан последний. Лоханулся я там конкретно. Ну, хотя бы второе место. После этого парня у меня 4 фрага. Просто ни у кого больше нет 4 фрагов. Он все фраги забрал. Надо контролировать ХП Артура. Я же по нему и урон наношу. Давай, перезарядка, быстрей! Твою мать же, заберут фраг! Не забрали. Я забрал фраг. Блять, не забрал. Пять убитых. Ну, у того 25. Что там говорить-то? Идет там, бьются. А ты сиди, ныкайся, ёпта. Какие-то там пара патронов будет в него попадать. О, круто. Я будем валить Скорпиона. Ну, по крайней мере, пытаться. Есть контакт. Есть Last Stand. Это Орочи. Скорее всего, у номера первого. 3-кил. Ну, нет, ну второе место тоже неплохо. Даже не знаю, брать, не брать робота. 2 красных, то есть можно брать, да. А лучше не брать. Кубков больше-то у меня будет, значит, побольше дадут. Сейчас 30 кулачков у меня. Не кубков, а 30 кулачков. 8500 энергоблоков. Приятно. Ань, смотри. Вчера мочалкой тёрся. Ну да, чёрная, смотри. Мочалкой вчера мусор. Бесполезно.
Второе место, конечно же, 3 ляма 336 тысяч урона, 2700 очков чести, 549 тысяч, конечно же, серебра. Тумба-Юмба из клана Кружочек убил 15, я убил 7, 4, 2, 1, 0. В общем, 175 у него кулачков, 5250. Ребята, ну это беспредел, разработчики. А что поделаешь, ребят, ничего не поделаешь. Клан какой-то дырмяк-курмяк непонятный. 2 ляма 600 среднего урона. Окс минус на дробашах, как у братушки, но 2 ганнибала стоят и 2 хп побольше добавляют. Фавнир у него стоит, Ивари Равана, Шелл МК-3, только Шелла качнул в МК-3, все остальное не качает. Линда Кано, то есть вот он, пожалуйста, вот этот робот, достаточно иметь этого робота практически, и вы будете убивать. Если у вас, конечно же, есть ракетное топовое вооружение, вот, например, как в моем случае, есть у меня робот, уже сейчас Папа Мобайл Хавк стоит, то без проблем. Вот смотрите, Папа Мобайл Хавк, если еще сюда поставить шкалт и все это заточить, 24 уровень, а еще МК-3, то он действительно сможет разбивать шеллов. Но, к сожалению, он слабого уровня, и мы идем в режим превосходства опять вперед наверх. Смотрите, вы говорите, братуха, качай то, вот новинка, ну без базара, качаю я то, качаю это, а потом появляется следующее, понимаете? Вот как в данном случае сейчас, ни тараны на Равану не могу прокачать, ни шелла, то есть ни пульсары, ни хрена. Вот сейчас просто вообще катастрофически повезло, каких-то два парня непонятного телосложения сейчас бьются, и я забираю первый килл, вообще обалдеть. Я не знаю, кто первый умрет. Ну, хотя бы Скорпион мне достанется. Сказал братуха, да, блядь. Ребята, действительно, Скорпион достался. Ну-ну. Парень просто на рейвене нагибает. Чума пацан дает. Ну, ему подфартило, 2 килла забрал. Еще меня сейчас херачат, это просто пиздец. Напористо лезет. Ну, у него пушки, походу, могучие какие-то там. Пушки до сих пор стреляют, видите? Вперед, ребята, первое место. 2 фрага. Ну, надеюсь, шеллов не будет. Юху, сейчас меня заберут стопудово. Ха-ха. Нормально. Блин, а чё нормального-то? Чё веселого? А вот Джана давайте брать, чё там? Подсасывать надо. Вот, например, таких Раван. О-о-о, или вот таких вот парней. Огоньком, с огоньком. Да ну нахрен. Все со своими пасс-шифтами, не успеваешь людей забрать. Ну что-то я прям в очень слабую сейчас лигу попал. Блин, как он меня бьет. А я не могу ничего сделать, у меня перезарядка. Не мой фраг, видите? Много людей на фраге прям. Вешаются люди, вешаются за фраги-то. Это у нас Арес. Ну, слава яйцам, он мой. Блять, вы че, серьезно? О, да. Я на первом месте, блин, без титанов. Мурашки по коже. Вот здесь играть куда интереснее, когда нет шелла, который тебя бы нагибал. Парняга, смотрите, говорит, я убегу, я спрячусь. А от братухи ты не спрячешься. Видите, я не очень много и быстро наношу урона. То есть у меня не лопаются роботы моментально. Меня можно взять, подловить, там, туда-сюда. То есть я убиваемый в рэмпейдж. Как глупо звучит. Предыдущий бой слезы, и сейчас бой. Вот смотрите, вот тоже, видите, он может меня убить, просто может меня убить без проблем. И он это сделает. Еще сзади это сделают. И прокляли меня, кстати, нахренам-то. Блять, видите, что происходит? Титан заряжен, все, я готов бегать, раздавать пиздюлей. Кто первый? Я думаю, что побегу туда. В спину зайдем. Чтоб он ничего не ожидал. Какая медленная черепашка. Я думаю, что он что-то ожидает уже. Он спит. Бам! Бам! 2 выстрела и парня нету. Обалдеть просто. Йоу! Рейвен летит прямо в руки. Посмотрите, какое счастье. Вот сейчас Титан будет нагибать малолеток. Да, пацан, прикинь. Печально, но факт. Блядь, почему рейвены забирают все? У-ху! Сейчас затопчем его за это. Нифига себе! Уу, я споткнулся, блядь. Жаль, нельзя упасть и просто его прищемить. Защемить Равану. Вперед, ребята, вперед. Ну это, да, это уже теперь я нагибаю, и ничего ребята со мной сделать не могут. Но надо выводить титанов. Наверное, все поняли, что теперь я в роли шелла. К сожалению, в этой игре так и не иначе. Титан вышел, пошли нафиг отсюда.
Не забрал. Отлично. Ну, а вот теперь смотрите, как вы думаете, да, Титан? О, Титан, да. А я-то что получаю? Вот что я получаю взамен-то. Пиздюлей, прям сверху. Там 500 метров расстояния, можно, в принципе, попытаться добежать. Все, парню не жить. Медленно, но верно он умирает. И надо успеть хотя бы ему пушки поотрывать. Он зря подлетает. Чем быстрее он больше подлетает, ближе. Пушки оторвал, отлично. Но половину хп потерял, и лечить меня некому. Мне надо его спровоцировать на взлет. Нет, не попадаю, просто не попадаю. То есть, тут есть в этом приколы, ребят. Хотя бы вот пушку оторвал, он меня уже не убьет. Видите? Даже минуса... О, ты... Ля ты крыса! Через всю карту! 15 тысяч хп, ребята! Это вам не хухры-мухры? Ну, окей. На это у меня есть вот такой робот. У-ху! Ауджан, сейчас будет тебе больно. Ля крыса через всю карту фраг украл. Вообще портянка. Ничего, сейчас убьем, завалим. Главное до него добежать. А он прям таки неплохо дает себе возможность убить себя. Прям смотрите. Тут даже можно путь сокращать смело. Сейчас повыше залезем. Вот, отлично. А, у него еще глазик работает. Ну, надо за шиворот ему подлететь. А-а-а! Мама! Мама! Сука! Сука! Ля! Так нельзя делать. Ну, ничего. Что это у нас там? Я не убил его. А что за парень вообще перелетал? Сейчас прыгал. Опять Рейвен? Ё твою мама. Ты же первое место займешь, пацан. Да, смешно, да? Ха, такие пушки. Ну, давайте Ауджана брать еще раз. Я на первом месте, у меня его никто не отберет. Нифига он дамажит. Ля крыса. Помидорина ты сраная, нихуя надо было раньше взлетать. Почему не стреляет, Клоп? Что за шляус такой ядрёный? Чё за шляпа? Чё такая? Просто невезуха! Давай, я подсосу! Давай, я подсосу! Мой, блядь! 28 секунд, блин. У меня второе место! Какой-то сраный Рейвен меня уделал! Крыса! 13 секунд, взлетай, мой брат! Красавчик! Жги эту мать! Жги его! 6 секунд, давай! Давай! 1 секунда, убил! Ну, первое место! Ну, пенсионники, ну надо минуса нерпить. Просто Ауджан что творит? Это чума. У-ху! У нас с ним по 11 игроков убито. Но у меня больше дамага. Я заигрался, забегался. Но я все-таки на первом месте. Шикарно. Обалдеть. Да. Ну, Рейвен у него, конечно, молодец. Да там пушки в основном решают. Что там? Большая аптечка, пушки. И все. У меня же тоже не сильный робот. Был бы шел на акустика, хрен бы он его разобрал. Ну что ж, на этом мы давайте закончим видеоролик, где Минос бегает против всех. Минос против всех, нормально, нормально играть можно. Половина команды сразу сливается, как только Минуса выводишь в бой. Вот, ну и на маленьких роботах тоже, видите, нет шелов всяких супер прокачанных. Играть интересно, напряженно. Как только появляется доминант, сразу играть не хочется. С
вами был Братуха, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии, ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.